Перед тем, как вы узнаете дату выхода очередной серии всеми любимого сериала, хотелось бы рассказать вам немного о нем. После того, как Азиза и Сланбэй сделали шаг, чтобы прибрать к рукам особняк Шадогу, Миран приходит к Насухи Аге и говорит, что забудет о вражде, если он отдаст ему Рэйян. Изменит ли вновь обстановку в двух семьях столкновение Мирана и Насуха? Как отреагирует Рэйян на предложение Мирана? С другой стороны выплывает на свет божий план Генуг, которая не хочет терять Мирана. Миран больше не выдерживает и решает развестись с ней. Это решение вызывает второе землетрясение в особняке Асланбей. Генульба считает, что на этот раз действительно все кончено между ними, а Азиза и Султан предпринимают новый коварный план. А посмотреть 11-ю серию турецкого сериала «Ветреный» вы сможете уже 24 мая. Всем спасибо за просмотр, до скорой встречи!